Перед началом торжества в выставочном зале историко-краеведческого музея были организованы несколько площадок для проведения мастер-классов по прикладным видам искусств. Рукоделие вызвало у гостей особенный интерес. Поздравить юбиляров пришли депутат Смоленской областной думы, директор Атомтранса Михаил Лосенко, глава муниципального образования Андрей Шубин, председатель Совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлев, представители общественных организаций, коллеги и просто друзья. Много теплых слов звучало в адрес коллектива музея. Андрей Шубин вручил благодарственные письма от администрации Десногорска. За многолетний добросовестный труд на благо развития музейного дела имя Анатолия Николаевна награждается почетным грамотом. И Белоусова Виолетта Эдуардовна. Депутат областной думы выразил мнение, что нашему музею пора расширяться. От души поздравляю вас с юбилеем 20 лет. Но я бы сказал, для человека это не очень, а для людей это нормально. Я надеюсь, что музей вот в дальнейшем, немножко разбогатеет, хорошее помещение. Хотя достаточно сейчас прыгать. Руководитель детского театра «Гном» вручила сувенир от коллег из города Заречный. И на некоторое время выставочный зал музея превратился в театральную сцену. И актеры «Гнома» подарили юбилярам трогательный отрывок из спектакля Тамары Василенко «Бабушки тоже были маленькими». Коллеги считают, что работники музея являются хранителями истории для грядущих поколений. В нашем музее собирали наши истоки, землю. Не только энергетику земли, но и качество земли и той поверхности, где мы жили. А вот сейчас, пройдя уже 20 лет и уже построив не только атомную станцию, да, не только город, потому что живет сейчас настоящей жизнью уже, пущенной в жизнь. И вот сейчас пришло время собирать те самые вещи энергетические. Десногорский музей принимает активное участие в гражданско-патриотическом воспитании юных десногорцев, взаимодействует с ветеранами, поисковиками и школьными музеями. Большую роль играет становление музея, сбор истории нашего маленького города. Может, 20 лет – это, конечно, небольшая цифра, но в плане возраста нашего города, которому всего лишь за 40 лет, это, конечно, очень много. И сколько они сделали, сколько собрали информации, все это имеет большое значение. Самая большая ценность нашего краеведческого музея – это молодой коллектив. 4 года, как сложился очень крепкий такой дружный коллектив. Это хорошо, когда вливаются молодые кадры, это приносит новую жизнь. И, конечно, у нас теперь коллектив такой сплоченный, дружный. И, ну, наверное, моя гордость, моя опора и поддержка. Наш историко-краеведческий музей еще очень молод, ему всего лишь 20 лет. Но в сравнении с возрастом Десногорска его уже можно считать состоявшимся с богатым багажом истории нашего города.